И всем привет, мои умники, с вами Боди, да. И вот знаете, только недавно выходила пародия на Четкого Пацу. Ну то, что мы смотрели, то есть про Шурыгину. И в комментариях вы оставили очень много ответов, то, что у них есть еще одна пародия на Шурыгину. И это Егор Крид фит Молли, если ты меня не любишь, Шурыгина пародия. Я так понимаю, что это уже полноценная пародия будет, то есть не вставленные слова Шурыгиной, хотя это тоже угарно было, а уже полноценная пародия от Четкого Паца. Так что пожить, мои умники, посмотрим, но это уже будет намного интереснее, мне кажется. И сегодня выйдет кавер, мои умники. Вот после этого видосика, ну, то есть, может, он уже вышел, пока вы это смотрите. Поэтому я надеюсь, вам понравится кавер, потому что, ну, он крутой, надеюсь. И погнали смотреть Четкого Пацу. Так, мои умники, готовы? Готовы, давайте смотреть. Алло. Да. Привет. Здорово. Слушай, а как правильно, строгача или строгача? Строгача. Строгача, окей. Боже, это... Да ладно, вы поняли, как они это сделали? Окей. Это, то есть, мотив из вот этого как-то Егор Крид фит Молли, да, я так понял? А сделали пародию на Шурыгину, все окей. И тебе 8 лет. С тобой я связался зря, дурак, Сергей. Да ладно, его прям... Подождите, ну там не включена, наверное, эта машинка была. Офигеть, они его постригли на лысо ради клипа, да ладно. Я хочу скорей домой, поверь, сама. Ты сама закрыла за собой ту дверь. И да, ты Диана просто... Малахов, куда ты? Это зверь. Но как ты могла, но как ты могла ебаться той ночью два ствола? Так, ладно, спокойно. Смотрим дальше. Говори другому все те же слова. Бла-бла-бла. Четко отыгрывает Малахову. Вот прям похож. И я же знаю, что ты твою мать сразу хочешь, 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 хочешь. В смысле сразу? В смысле сразу? Серега, В смысле сразу? Поехай. Вы представляете, как они четко переоделись? Это прям так похоже на Шурыгину. И вот он того человека. Я не помню, правда, как его зовут. Что мне дали тебе 8 лет, если ты меня не... Даже за... Любишь, что я тоже нет. Моя мама попросила передать привет. Как же мне его жалко. Долго-долго, дальше можно все забыть. Да, бля, боже, это очень угарная пародия. Все даже подбивает. Ты забыла закусить. Водка, глотка, секс, решетка. И заяву не я тогда писала, а мама за меня. И спасибо, что дала мне. Ты не 8 лет. Может, ты меня забудешь, но я точно нет. У него такие глаза. Если ты меня не любишь, то я тоже нет. Передай... Она прям так сильно похожа на Шурыгину. Своей мамке от меня привет. Как же четко они ставили. Сразу бежит. А? Боже. Так, все, 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 страсти не надо. Мои умники, это очень угарная пародия, и она намного смешнее, чем вот синхронизировали слова Шурыгина в тот раз. Ну, то есть, МС Шурыгина. Но это намного смешнее, даже как и то. Ладно, давайте спецэффекты. Запомните раз и навсегда, пародии Четкого Паца самые угарные и офигенные. Это намного смешнее, чем
Ну вот, синхронизированные слова Шурыгиной. Ну, блин, ну понятно, потому что здесь аж 30 миллионов просмотров. Ну, чётки пац, ты молодец. Меня больше всего чего прикольнуло, как эта девушка переоделась Шурыгину. Она прям настолько стала на нее похожа, это просто невозможно. Для клипа даже постригли на лысо человека. Это, ну вы представьте, как нужно было вот это все сделать. Заюзанный хромакей. Я же не, ну вот, ну чётки пац, я не поверю, потому что ты реально был на «Пусть говорят». Специально вот в этой аудитории или похожей аудитории даже. Потому что все было идентично. И что вы там прям, ну, вы поняли. Короче, я не верю, это очень хороший заюзанный хромакей, мои умники. Это прям просто белиссимо. И чувак, который сыграл Малахову, он просто смешной. Ну, согласитесь со мной. Поэтому я надеюсь, вам пародия понравилась, потому что это годнота, а пацы всегда выпускают годноту. Если хотите, то можете поставить лайк, но я никогда никому не заставляю. Если хотите, то можете подписаться на канал, но это уже ваше дело. И всем огромное спасибо за просмотр, мои умники. Всем пока. Давай.